Есть такой предприниматель ФОП Ильин. Фамилия достаточно распространенная, но этот особенный. Он очень успешный. Пару дней назад получил от КП «Харьков Спецбуд» на 574 100 гривен тендерочек на ремонт крыши по адресу Плехановская, 2/5. Замечательно, скажете вы? Да, замечательно. Вообще, этот ФОП получил от этого КП 3 390 000 гривен. А знаете почему? Секрет очень прост. По данным Харьковского антикоррупционного центра, директор КП Богдан Долина, депутат Харьковского городского совета, у которого помощником этот ФОП Ильин и есть, как у депутата. Доверяй делам, деньги воруют прямо сейчас.